Приветствую вас. Чувства, не всегда появляются сразу. Во-вторых, как вы верно заметили, на одной влюбленности далеко не уедешь. Это правда. Вот, поэтому то, что между вами. А сейчас это хорошо, это прекрасно, это может быть довольно взрослым. Вопрос немножечко в другом. Чего вам хочется и как вы это выражаете? Что, чего вам хочется? Вот, ну, свои желания, как вы выражаете. А вот, если выражает, и, соответственно, насколько вы благодаря этому насколько вы свободны, да? Ну, в отношениях, ну, в отношениях, понимаете? Вот, и здесь, как мне кажется, в дело вступает мама ваша, вот мнение, который для вас, вероятно, ну, достаточно важно. И как мне кажется, опять же, как мне кажется, она на вас влияет. И вот то, что она на вас влияет, это вот, как мне кажется, довольно серьезная проблема. То, что она может, ну, вам, по сути, да, навязывать свою позицию, вы можете считать, что типа вот так правильно, так, ну, так должно быть. Вот. Хотя на самом деле понятно, что да, только вы сами решаете, ну, как. Как действовать дальше, то есть подходит вам это или нет. Мне кажется, что ответить вам можно примерно в таком ключе. Если вам достаточно, кому-то этого бывает достаточно, то хорошо. Если по ощущениям вам недостаточно, вот, то нужно смотреть, как вы можете это получить. Вот. Вы правы в том, что доверие человеком это круто, это здорово, но это не панацея. Могут быть спокойные отношения, но при этом эти отношения не обязательно могут стать романтическими, тем более не обязательно могут прирасти там в брак. Соответственно, родительство. Вот. Поэтому мне кажется, что здесь у вас позиция такая должествования. Вот. Что вот должно быть так, а должно быть как-то вот определенным образом. Вот. И раз это не так, да, то я не знаю. Понимаете,
Вы можете же как бы так сказать, вы можете повстречаться с другими, ну, мужчинами, да, например, можете попробовать, вот, и посмотреть, что будет тогда, вот, что будет там, ну, что будет с ними, вот, как будет с ними, может быть, вам, там, грубо говоря, будет интересно в отношениях с ним, вот. А может быть, вам, не знаю, не будет интересно в отношениях с ним. То есть тут нужно вот как-то смотреть. Вот. То есть, ну, смотреть и опираться на опыт на ваш. Вот. Потому что очень многое зависит от опыта, очень многое зависит от того, насколько вы хорошо себя знаете. Вот. Понимаете, да? Что я имею в виду? Вот. Собственно, такой ответ я могу вам дать. Вот. Я очень надеюсь, что вам это было полезно. Значит, прислушиваться к себе можно и нужно. Вот это то, что вообще необходимо для вас. Вот. Поэтому я бы рекомендовал, конечно, терапию, да, ну, по крайней мере, консультации, вот, для того, чтобы научиться к себе прислушиваться, да, для того, чтобы научиться, ну, как-то вот себя слышать, вот, и, ну, себя слышать и как-то ощущать. Вот, тогда уже вы, я думаю, сможете лучше для себя понять этот момент, что для вас наиболее приемлемо. Вот. Глобально мне показалось, что вы хотите, знаете, вот, как бы так сказать, мне показалось, что вы хотите, чтобы было понятно, ну вот все, я в отношениях, все, вот так вот. То есть, это же позиция, как мне кажется, довольно сомнительна, когда человек пытается любой ценой, ну, как-то вот определить свою позицию в личной жизни. Поэтому решать вам, но то, что вы не уверены в себе, то, что вы не доверяете себе, то, что вы, может быть, даже молодому человеку своему, с которым у вас доверие, не говорите всего. Это вот факт. И мама. Но влияние мамы на вас чувствуется. Вот. Понятно, что мнение близкого человека важно, но как бы,
Вы границы, а вы, по моим ощущениям, прислушиваетесь к маме в том, что касается только вас. Это неприемлемо, мне кажется. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи. И буду благодарен за отклик по моему ответу. Это может послужить началом вашей работы над собой.